Друзья, привет! Лицо свое показать. Всем привет! Значит, смотрите, давно не выкладывал никаких видеороликов. Связано это с тем, что я занимаюсь переездом, то есть сменил место дислокации, вообще кардинально меняю свой, так сказать, образ жизни. Сейчас я выкупил, в том году, выкупил цех на медико-инструментальном заводе нашем, ну, уже банкроте, так сказать. Это бывшая фабрика Шмакова. Фактически там начиналось производство всех ножей России. Вот. Небольшой цех, мастерская. Сейчас уже частично мы уже заехали, работать начинаем. Поэтому скоро я покажу вам все, как и что у нас изготавливаются ножи. Будут интересные проекты, интересные видео, интересные эксперименты, секреты, лайфхаки. Ну, всего сделаю, и планов много. Просто пока не успеваю на все. По ножам, это вот ножи, которые сейчас готовы. В мастерской еще есть, но взял, ну, такие, которые мне нравятся самому. И я их сейчас вам предложу. В принципе, их можно будет заказать. Они, кстати, без заказа, что очень редко бывает. Джима. Собака у меня уже хочет на охоту. Ну да ладно. Значит, еще один посыл. Вот смотрите, YouTube-канал, который я веду, на который вы подписаны, наверное, с 2009 или с 2010 года. Ну, то есть больше 10 лет. 10-12 лет. И вот сейчас, как и везде, как во многих соцсетях, назревает такая ситуация, что, может быть, все что-то в России заблокируют. Да? Поэтому в описании я к ролику публикую ссылку на другие социальные сети, на ВКонтакте, Одноклассники и все прочее. Но и самое главное выделить хотел бы Телеграм-канал. Потому что вот сейчас я активно общаюсь со всеми в Телеграм-канале. Это очень удобно. Смотрите, бывает, делаешь что-то не под заказ, интересное. И, в принципе, я его сразу выкладываю, там, нож какой-то, или топор, или еще что-то, да. Я выкладываю сразу в Телеграм-канал, и если кому-то нравится, и сразу его резервируют. Это очень удобно, моментом. Вы видите, не ждете, пока YouTube там порекомендует, или Instagram порекомендует. Вы сразу нож бронируете, да. Вот, поэтому это очень удобно. И вот есть, появляются, бывают готовые ножи, свободные. Бывают заказчики слетают, ну не выходят на связь. Я же без предоплат зачастую отправляю. Вот. И, значит, сразу можно заказать из готовых. Вопрос задать сразу. Моментом он ко мне поступает. Я стараюсь также моментом отвечать. Вот, очень удобно, поэтому ссылка на Телеграм-канал внизу. Я еще сейчас бонус один сделаю, чтобы вам было интересно. Давайте я расскажу про эти ножи, которые у меня есть. Вот смотрите, значит, нож разделочный. В чем его плюс? Видите, двухсторонние гарды. Я раньше не сильно понимал, вот Финкин, КВД, эти гарды. У них слишком они большие, слишком они мешают. А здесь, когда вот такая вот гардочка, очень удобно работать. И пальцы и внизу не соскальзывает, и сверху дополнительный упор. Вот это Дамаск, 1500 слоев. Два дола фигурных нарезано. Это для балансировки. Это не кровосток ни в коем случае. Это просто балансировка, чтобы вес отбалансировать клинка. Чтобы он был отлично резал. И в руке вы его не чувствовали утяжеления. Было продолжение руки. Вот, вот такой нож, он стоит 7500. Это, ну, так, через каталог. Я вам сейчас дальше все расскажу. Этот нож, такая же модель. Только единственное, здесь удорожание идет за счет Джима. Тихо. Здесь идет удорожание за счет мельхиора, технического серебра. Вот он тоже 7,5, ну плюс 1000 рублей, 8500 это вот из-за мельхиора. Тоже та же модель, отличная модель, разделочный универсальный нож. Эти два ножа мне заказали, так сказать, по чертежу. Я как-то так, ну, интересный вроде нож. А когда сделал, вообще классный получился ножичек. Такой вот на кухне универсальный. Ну, может быть, коротковат кто-то скажет, но мне очень нравится, честно, я попробую им даже попользоваться. Вот два ножа у меня готовых. Вот этот и этот. Вот по 6500. Этот нож из Элмакса, этот нож из М390. Это вообще классный нож. Очень, мне очень нравится. Он как охотничий. Видите, носик для зашкуривания спущен. Спуски от обуха, то есть для реза ничего не мешает. Толщина у него нормальная, трешка. Не сломаете. Рукоять сложной наборкой из черного дерева и дерева венгер. Вот такой вот 12,5 стоит, вот такой 13,5 тысяч. Но это из-за мельхиора, и сталь немножко другая. Ну, тоже порошковая сталь, М390, нержавеющая. Вот эти стали, кстати, сейчас очень интересная будет ситуация, потому что стали сейчас, на данный момент, нигде не найти. Все работают на закупках старых.
во-первых. Во-вторых, они стали втридорога, очень дорогие. Ну и ждите, друзья, подделок. Вот прям будет огульно это все. Я не знаю, я, если закончится эти стали, я, конечно, буду искать альтернативы. Но я люблю такие моменты, когда нужно подумать, когда пошевелиться нужно. Так что люблю эти моменты. Ну да ладно. Значит, все ножи готовы. Осталось мне их заточить. Ножны есть уже у них в комплекте. Сертификаты, само собой. Все, я их могу отправить вам в понедельник, вторник. Значит, смотрите, я на каждый нож сделаю вам хорошую скидку. Вот на эти ножи. Значит, я сделаю по 1000 рублей скидку. То есть по 6500 и 7500. Эти ножи, к сожалению, не смогу скидочку сделать. Так они останутся 6500. А это по 1000 рублей еще скидочку сделаю. Значит, все. В принципе, на этом все. Но скидку я сделаю только когда вы в телеграм-канал мне подпишетесь. Ссылочку я и вверху сделаю, и внизу. Поэтому подписывайтесь и давайте, так сказать, дружить. И я буду снимать для вас контент интересный. Много лайфхаков будет, фотографий, видео. Будет всего-всего очень много. Я не продавец, в плане там не магазин какой-то. Я сам на производстве работаю, у меня своя мастерская. Поэтому я думаю, что вам будет интересно это посмотреть. Всем удачи, будьте здоровы.